Козырек поверни, ничего не видать, кроме фуражки. Давай. Осталось 4 штуки. Вот эту большую, если можешь, две осталось к столбам. Две. Ага, сейчас еще. А это туда. А это туда, и все. Все только две осталось. Ну все, Гликерия, можешь начинать. Вон те кубики, складывай в ванну. Что-то там нету. Ну давай, помоги ей, она не знает как. Не знаешь, да, как? Давай. Да, помогу тебе. Ты спрашивала, что делать все утро. Ну вот, нашись. Вон оттуда, встань. Вот будете обед готовить, блины. Только чтобы эту опилки, смотри, чтобы она стряхивала. Она не стряхивает опилки. Опилки не кидать. Вот, стряхни, стряхни. О, она всему научится, девчонка. Если она чистая, то можно не стучать. Вот сколько наготовили. Сейчас надо ехать за машиной. Сейчас я забью. Вот, собирайте. Так, минуты три, если я отойду, ничего? Ничего. Я хочу голубям дать поесть. Вот откуда видать все. Это я один топорщик поздновато сегодня я вышел. Ну еще мои голи, а? Ну первым делом водичку проверим, давайте. Как у вас тут с водичкой? Ну, они уже ко мне привыкли. 2 недели. Одной рукой неудобно, снимаю. А вот был Игнатов Сергей Егорович. Набрал тут 9 банок. Ну еще. Что, мои голубки, а? Ну-ка. О! Ну что такое, поесть охота, да? А вот на доску теперь я буду сыпать. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Вот они где. Ну-ка, дай-ка. Сейчас посмотрим. Гули, 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 гули. Кормежка началась. Давайте. Доброе утро. Христос воскрес. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Давайте на завтрак. Вот они где у меня. Гули, 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 гули. Что-то коричневого не видать. Ой, ой. Гули, 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 гули. Вот он прилетел, лохмоногий.
Его не видать он. Гули, 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 гули. О, самый атаман прилетел. О, пошел наворачивать. Всех гоняет. Он толстый такой. Гули, 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 гули. Это надо мной сейчас этот. Вот он в гнезде. Ой, хозяйка выскочила из гнезда, прогнала его. Ну, вот он где. Какой. Головка у него какая. Гули, 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 гули. И тут воробьев сколько-то. Ох, они. Не к своему обеду приходят. Ну, идите, ешьте, ешьте. Гули, 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 гули. Вот сколько их тут сидит вверху-то. Не видать плохо. Гули, 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 гули. Вот они наверху. И тут. Тут-то можно посчитать, сколько их. Вот так посмотрите. Гули, 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 гули. Вот они прилетают. Дикие, дикари кормятся тут. Поедают корм, приготовленный для моих голубей. Он грекерия тут собирает. Знаешь, как каждую щепочку теперь она спил такой треугольничек. Отбираем. Ну, вот железная дорога дальше идет. Барнаул. Видно столбы. Ровная дорога такая. Иногда идет, 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 поезд не видать. И вот один лесок начинается, а другой дальше там где-то кончается. Вон там. Все на этом сегодня. Это мы ходили между картошкой, опилки насыпали. Опилки такие продолговатые. Тоже хозяева разные. У каждого свой домик, каждый хорохорится.